Социальная значимость, друзья, творчество, взаимовыручка, успехи в учебе, преодоление себя. Так пионерия формировала характер советских девчонок и мальчишек. Тогда детей массово ориентировали на гражданскую ответственность, но вместе с тем в тех же масштабах организовывали настоящее детство с приключениями, отдыхом, играми и друзьями. Так заслуженно каждый год пионер уходил в отпуск. Мечтой многих было попасть в лагерь «Артек» в Крыму. Это был не только самый известный пионерский лагерь в СССР, но и визитная карточка пионерской организации. Свою первую смену «Артек» принял еще в 1925 году, когда артековцы жили в обычных палатках. Это потом пионерский лагерь перестроят и переведут на круглогодичную работу. Попасть туда считалось огромной честью. Кстати, «Артек» принимал не только советских пионеров, но и ребят из других стран. Кроме того, пионерский лагерь часто посещали почетные гости. Попасть в легендарный «Артек» детям можно и сегодня. После распада СССР он не прекратил свою работу. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, «Артек» получил новый виток развития. Конечно, сегодня, чтобы побывать в лагере, не обязательно быть пионером. Однако принцип работы таких учреждений остался прежним. Там будет хорошо только тем ребятам, для которых лозунг «Кто, если не я?» – не пустой звук. Алена Большакова – одна из таких. Меня зовут Алена, мне 13 лет, и я учусь в 7 классе. Мы гуляли с друзьями, разделились по двое человек. Когда мы встретились уже именно на мостике, за нашими друзьями увязался мальчик маленький. Я у него начала спрашивать, кто ты, где твои родители, где ты живешь. Он мне ничего не ответил. И когда я развернулась, начала спрашивать, что делать вообще с ним, потому что я в первый раз в такой ситуации была, он уже успел убежать в воду. А вода мне была вот где-то вот посюда, то есть очень глубоко там было. И он начал захлебываться. Я побежала за ним, спрыгнула с моста и вытащила. Да, он начал кашлять, у него изо рта текла вода, очень много воды. И мы повели его в ближайший магазин, где есть охрана. Там уже охрана вызвала полицию, нашли его маму. Я вообще до сих пор, в принципе, не осознаю то, что я спасла ему жизнь. Ну, просто надо было так сделать. Мне кажется, на моем месте поступил бы так каждый. А я вообще на тот момент ни о чем не думала, просто само собой. Если человеку нужна помощь, естественно, ему надо помочь. Если даже есть риск, мне все равно. Тут еще есть и другой человек, который тоже хочет жить. Я посещала школу выживания, юнармию. А сейчас я решил то, что я буду посещать именно стрельбу. Ну, Алена Большакова занимается у нас достаточно долго, 3 года. У нее кредо такое: да, готова всегда помочь людям, всегда готова прийти на тренировку, потренироваться, помочь семье, помочь друзьям. Я бы хотела пойти на стрельбу профессионально дальше, ездить на соревнования и побеждать там. Да, я хочу победить, я хочу первое место по стрельбе.